ресторану «Амур» 6 лет. С днем рождения, ресторан «Амур»! За что вы любите ресторан «Амур»? За великолепную кухню, потрясающую атмосферу, очень элегантную, ну и, естественно, за великолепное обслуживание. За ту атмосферу, которую они дарят своим посетителям, и ту кухню, которую они привносят в гастрономический, так скажем, Хабаровск. За изысканную кухню. Мне нравится. Ну и обстановка, конечно же, такая непринужденная. Да, приятная обстановка, то же самое кухня, потрясающая, я бы сказал. Я очень люблю за уют, который дарит этот потрясающий ресторан, и за ту дружную команду, в которую ты сюда приходишь, как в семью. Это очень важно. Очень люблю ваш ресторан, за приятную атмосферу, за очень вкусную подачу. Всегда очень вкусно, отличный сервис. Самый большой подарок – это же, конечно, ваш шеф-повар, который сегодня приехал, правильно? Кто это такой? Расскажите нам в двух словах. В двух словах. Есть их на самом деле два, но вы им только не говорите, потому что второй, он секретный. Мы с ним договаривались просто по дружбе, потому что он очень хороший наш друг, он помогает. На самом деле их двое. Есть два очень крутых ресторана – ресторан «Фаренгейт», ресторан «Северяне» и два великих просто человеков в московской гастрономии – это Гоша Троян и Антон Ковальков. Это очень, ну, такие эпатажные, красивые ребята, ну, вы, наверное, сами их видели. И вот сегодня на самом деле, в четыре руки, они здесь готовят. И начали мы с тартара устрицы. Да, тартар из устрицы был первый, с холодным снегом из огурца и хрена. Второй был ёж с маринованным сельдереем и грейпфрутом. И теплым супом из сельдерея. Третьим было ризотто. Гребешок. Был гребешок, да. Теплое сашими из гребешка. Естественно, все продукты местные. На основное было мясо с молодой черемшой местной и овощами. Я знаю, что вы у нас гости. Откуда вы к нам приехали и зачем, собственно? Да, приехал из Москвы, да, из винтаровой компании. Приехал для того, чтобы до гостей действительно донести, какие именно напитки. Вы сами понимаете, какие, да? Мы дегустируем. Будет самая главная цель – это перейти полностью на местный продукт, на собственное производство. Мы даже клубнику будем выращивать самостоятельно. У нас тут такой холодильник-теплица появится. Это из глобальных таких целей – поменяться, конечно же. Я думаю, что также задумаемся опять об изменении красоты и дизайна. Ребят хорошо впитывают то, что им дают там чьи-то гастроли, да, то есть они как сплоченная команда хотят. Они стажируются, приезжают также в Москву, да, и у них уже есть в этом опыт. Я думаю, что здесь есть максимально, то есть высокий уровень, то есть можно говорить, что это ресторан класса. Сейчас тяжелое время, все мы знаем об этом. И давай убеди нас в том, что ресторан «Амур» никуда не денется. Вы также будете с нами. И 20 лет мы с «Амуром» будем также отмечать. Да нет, 20 лет мы не будем с «Амуром» отмечать. Зачем же? Все должно меняться однозначно. И абсолютно точно «Амур» мы тоже поменяем, потому что 6 лет все-таки большой срок. То, что у нас все хорошо, и то, что мы ближайшие 3 года с вами 100%. Ресторан «Амур» – это ресторан мирового уровня. Когда приезжают люди там с Европы, с Америки, с Франции, с Японии, они приезжают и говорят: блин, ребята, вы мирового уровня ресторан. Вот это, наверное, главный итог. С днем рождения ресторана «Амур», да, и мы сегодня очень рады разделить такое знаменательное событие. Не останавливаться на достигнутом. Процветание. Процветание, чтобы росли дальше, чтобы было больше гостей. Благополучие, процветание, хорошего настроения в этот прекрасный день. С днем рождения! От всей души поздравляем коллектив ресторана «Амур». Спасибо, что выбираете нас. Этот праздник абсолютно точно для вас. Благодарны, что мы выросли благодаря вашей критике и благодаря тому, что вы вообще к нам так часто ходите. Спасибо большое!